Приветствую подписчиков и зрителей моего канала. Одесса, 16 ноября. В Одессе была воздушная тревога. Тревога была масштабная по всей территории нашей страны. У нас в Одессе дали отбой в 10.18. И в 9.57 в городе прозвучал сильный взрыв. Я об этом сообщал в своем предыдущем видео. Все местные телеграм-каналы сообщили информацию о том, что работает ПВО. Ну, соответственно, я сказал, что по предварительной информации работает ПВО. Относительно работы ПВО информация разлетелась по всеукраинским телеграм-каналам крупным, что в Одессе взрыв, работает ПВО. Ну, как выяснилось, это на улице Краснова взорвался в квартире газ. Есть пострадавшие, вот там уже на месте медики, пожарные. Но я к чему этот разговор вообще завел, потому что получается любой взрыв, который происходит в городе, моментально сразу пишется информация о работе ПВО. На самом деле, получается, никто по факту не знает, что это было, прилет или работа ПВО. Как выяснилось, видите, все распространили информацию о том, что было, работало ПВО. На самом деле, это просто был взрыв бытового газа в жилом доме, в квартире. Так что ко всей информации, которая поступает, нужно относиться как к предварительной. А уже позже, да, со временем, ее перепроверять. Ладно, я на связи. Не забывайте подписываться. До встречи. Пока.